Итак, друзья, я хочу вам продемонстрировать сегодня фрезер фирмы Black & Decker. Это его станина, как будем говорить. Итак, друзья, давайте рассмотрим подошву. Подошва здесь литая, алюминий, скорее всего. Плюс сверху есть у нас пластик, это пластиковое. Чувствуется, что это пластмасс. Здесь у нас должно вставляться кольцо, которого нет в комплекте. Здесь у нас есть два зажимных болта, которые позволяют зажать стержни для всевозможных работ. И зажим, который позволяет поставить фрезер вовнутрь и его здесь зафиксировать. Значит, он держится на двух осях, две оси имеют специальные стержни. В этих стержнях есть с обратной стороны насечка зубчатая. Здесь есть резьба, ручки отсутствуют. Скорее всего, либо были потеряны в комплекте. Цвет провода мы видим, вот такой оранжевый. Значит, вытаскиваем сам фрезер. Сам фрезер вот такого исполнения. Здесь у него есть вот такая кнопка. Итак, подошвы и фрезер отдельно. Итак, чтобы было понятно, что паспортные данные, да, снимаем на квартире, поэтому. Этажный. Да. Аппарат, конечно, такой довольно-таки винтажный. 85-го года, кажется, выпуска, да? 1900. Да.